Несмотря на резкое падение курса основных криптовалют в начале 2018 года, количество криптохедж-фондов удвоилось за последние 4 месяца. Как показали результаты исследований, опубликованные Reuters, на данный момент в криптовалютной индустрии работает 226 хеджевых фондов. В октябре 2017 года их было в 2 раза меньше, а в самом начале прошлого года их было всего 37. Суммарный объем активов фондов вырос в 1,5 раза и на данный момент составляет 5 миллиардов долларов. Общая капитализация рынка, которая еще в начале января превышала отметку в 830 миллиардов долларов, сейчас едва приближается к 500 миллиардам. Однако на данный момент тенденции роста сохраняются.